XX, с вами Вилли Викс. Всем привет! Многие так долго ждали дочку Снежной Королевы, и наконец-то она предстала перед нами в тематической морозной коллекции Epic Winter, и имя ей Crystal Winter. В коллекции Epic Winter Crystal выходит в двух вариантах, в наборе и в отдельной коробочке. Кстати, обзоры на других кукол из этой коллекции вы уже можете посмотреть на канале. Так как Crystal Winter – это новый персонаж Weaver After High, то мне хотелось бы вам рассказать про нее. На задней стороне коробки есть биография о персонаже. Родители Crystal Winter – Снежный Король и Снежная Королева. Crystal давно мечтает унаследовать Зимний Трон, также играет в хоккей. Ее царственная волшебная палочка может творить снежное волшебство, а ее снежный бластер источает ледяную магию. Кстати, скоро Mattel выпускает первый бластер для любителей бренда Ever After High. Любимый предмет Crystal – это ее волшебная метеорология. Изучение того, как сотворить превосходный снежный день, когда из-за снегопада закрываются школы, приносит ей удовольствие аж до озноба. А вот нелюбимый предмет – это кулинарный класс. Лучшие друзья навеки – Эшлин Элла и Брайра Бьюти. Они были ее самыми лучшими подружками, принцессами, еще с начальной школы. Кстати, обратите внимание на то, что кукла с пометкой Special Edition Doll, то есть специальное издание куклы. Кортли Джестер или же Мира Шарц выпускалась с такой же пометкой. Новый хитренький персонаж Weaver After High узнаем по фильму. Кожа Crystal словно сверкает на свете и окрашена в бледно-фиолетовый оттенок. Хоть Crystal Winter имеет лидерские качества, это не мешает ей быть красивой, дружелюбной и обаятельной. У куклы очень красивое и дружелюбное лицо. Мейкап в мягких и спокойных тонах. У Crystal Winter голубые глаза с голубыми и сиреневыми тенями, с блестками, губы слегка приподняты в улыбке и окрашены в розовый. Именно этим она мне напоминает Твайлу из Monster High. Блестящие волосы Crystal Winter – это смесь трех цветов – фиолетового, синего и фисташкового. Волосы у нее очень длинные и доходят до пояса, но челки или каких-то особенностей в прическе нет. Поверх волос у нее надета белая тиара со снежинками, льдом и синими кристаллами. Платье Crystal Winter очень яркое и милое. Верх выполнен фиолетовой расцветки с блестящими вкраплениями. Воротник и рукава обрамлены голубым искусственным мехом. Украшений у куклы нет, хотя на арте есть красивое ожерелье. Низ соединен с верхом слоем блестящей переливающейся ткани, похожей на корочку льда. Подол платья окрашен фиолетово-синие тона, словно северное сияние, с серебряными рисунками снежинок и снега. Ноги Crystal Winter полностью молдированы. Они сделаны с вырезами под снежные узоры и вьюгу. На ножках Crystal Epic Winter очаровательные белые сапожки с голубым пластиковым мехом и помпонами. А вот на арте помпоны и мех окрашены в голубой. Каблук сапожек очень высокий и тонкий, словно из кристаллов льда. Кукле Crystal Winter Epic Winter прилагается синий жезл с большим кристаллом и ручкой, украшенный дивными морозными узорами, а также фиолетовое кольцо для владельца с серебряной розочкой внутри. Подставка и расческа в набор не входят. Ну а на этом наш обзор на милую Crystal Winter из серии Epic Winter подходит к концу. Напишите в комментарии, нравится ли вам эта героиня. Как вы думаете, добрый ли она персонаж или же наоборот злой? Жду ваши комментарии и лайки. Be cool and crazy. Пока-пока!